девушка, что вы стоите в проходе? Купе закрыто. Пройдите в открытое. Да у меня пятое. Ну, какая разница? Пройдемте. Она скучать не дает никогда. Прошу, пожалуйста. Ну и что, мне лечь на этого слугу народа прикажете? То есть? У меня нижняя полка. Ну, какая разница? Занимайте вторую. Так, откройте мою купе, пожалуйста. Девушка, не велено. У нас весь вагон продан на валюту. А зачем билет продавали? Вот кто продал, тому и претензия, а тот не виноват. А кто виноватый? Девушка, лезьте на вторую полку. Знаете что, я вам не мартышка. Обеспечьте мне место согласно купленному билету, иначе жалобу на вас накатаю. Испугала. Товарищ, пожалуйста, уступите нижнюю полку женщине. Что? Нижнюю полку женщине. Ну вот и ладненько, и очень хорошо. Проходите. Вот, проходите, барышня. Располагайтесь. Ой, господи, наконец-то. Вот чистый комплект, все чистое. Рубль за постель. Угу. За сахар потом. Ой, господи. Приятно отдыхать. Можно водички? Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Да вы успокойтесь, все же уладилось. Да душу всю вымотали. Десятку дала кассиру, чтобы побыть одной. Хотелось отдохнуть, выспаться наконец. А тут как сельди в бочке. Все в этой стране делается против человека. Здрасте. Я ваша тетя. Очень приятно. Разрешите присесть? Занимайте места согласно купленным билетам. А это, между прочим, мое место. А я вам серьезно. Отстаньте, пожалуйста. Пить меньше надо. Ну, знаете ли. Извините, вы проводник? Нет. Я ее муж. А что вы хотели? Попросите, чтобы меня перевели в другое купе. Минуточку. Валюша, нет, тот человек... Нет, ну, просит, Валюша. Я продала. Не получается. Кефир, бутерброд, шоколад. Кефир, бутерброд, шоколад. Кефир, бутерброд, шоколад. Кефир, бутерброд, шоколад. Парень, а шампанского нет? Ты что, командир? Кефир, бутерброд, шоколад. А вы будете угощать свою любимую женщину шоколадом? У нее аллергия. Минуточку. Пожалуйста. А он говорит, что вам нельзя. Он слишком много знает. Юсуф! О! Что у тебя сегодня? Кефир, бутерброд, шоколад. Ну давай, кефир. Кефирчик, да? Спасибо. Бутерброд берите сами. Свинина, Аллах не велит. А, Юсуф, тебе ведь кино надо сниматься. Ты носишь эту корзину, а? Да я снимался в кино. Кино про басмачей смотрели? Я там молодого басмача играл. Ишь ты, я что-то и не припомню. А меня там сразу щелепнули. Ай-яй-яй, ну протянул бы маленько, чуть-чуть. Ну, в институт торопился, понимаете? Вы там дипломный проект чертите. А кто чертит? Додик. Додик Эпштейн. Я ему варенку... Американского обещал. Он чертит, а я тут на джинсы зарабатываю. Эх, я думал, ты буфетчик, а ты молодой басмач. Так это же кино, батя. Сдачи, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Купишь Эдику Эпштейну вареные штаны. Ну ты юморист, батя. Кефир, бутерброд, чикала. Пустота. Нищета.
Эх, матушка Русь, воспрянешь ли когда-нибудь духом? Да, вся власть советом. Советом. Пока эта власть будет латать дыры, придет другая и все сначала. Мужики, живые, а я-то иду, иду, ни души, храпят все вверх тормашками. Мужики, какой это вагон? А вам какой нужен? А что ты знаешь? Взял, сел, поехал. А где мой? О! Это соседний. А? Соседний. А-а-а. Ну, слава. Спасибо. Мерсики. За ваши персики. Тятрандер. Куда помните, дедушка? Вы не знаете? Не видишь, что ли? Ой-ой! Теперь туда. А правда? Куда мы все-таки идем? Туда? Или сюда? А? Наш паровоз вперед летит. Кому не остановка? Та-ра-та-ра! Любимыми не расставайтесь, уйдя на миг, навек прощайтесь. Хорошенькая у вас жена. Да в том-то и дело, что еще не жена. Студенточка, к маме едем просить руки. О, какой вы молодец. Я думала, такое давно забыто. Так ее учила мать никого не целовать. Выйдите, пожалуйста, я переоденусь. Пожалуйста. Жена уговорила покататься по белу свету, спасибо ей. Ой, извините. Я подполковник в отставке. В Прибалтике побывали. Новобранцев отвезли, теперь вот к себе. Можно? Да, пожалуйста. О. Так вы актриса? Многие так думают. Но увы и ах. Официантка. А какой ресторан? Прага? Узбекистан? Военная тайна. Понял. Алик, ты пойдешь? Разумеется. А вагон совсем пустой. Все здесь делается против человека. В гостинице с родным отцом нельзя оставаться после 11 часов. А запихивать совершенно незнакомым мужиком в тесное купе можно. Представляете, меня даже в госпиталь не пускали. Брачное свидетельство требовали. Ну и что, расписались бы, коли решили? Чего тянуть? Нет, мама сказала, только в день свадьбы. Жених у тебя хороший. Да. Когда он написал, что заболел, я так испугалась. Думаю, случится с ним что-нибудь. Жить не буду. Господи, какое убожество. Как здесь только люди живут. Развитой социализм в отдельно взятой стране. Ужас. Посмотрел места, где воевал. Все заросло травой. Я вас слушаю. Пузырек мой.
Извиняюсь, молодой человек, мы не продаем. Ты что, дед, форма испугался, что ли? Я не БХСС, старший лейтенант связи. Вижу, что старший лейтенант связи. Это я знал, когда твой папа пешком под стол ходил. Ладно, дед, ты цену не набивай. Вот тебе 2 червонца. Ну, вместе же в купе раздавим. Тебя не обойдем. Внучек, здесь спекулянтов нет. Алик! Сейчас. Ладно, дедуля, обидел сразу. Ну, Алик! Ну, прошу прощения, труба зовет. Мундир позорит, водки ему даешь ты. Такой бы у меня туалет сутками бы чистил. Ты что, старый, все душу изливаешь? Вы уж извините, любят про жизнь поговорить. Да ладно тебе. Сыновьям житья не дает. Давай вагон приберем. Скоро станция-то выглядит на грянку. Хорошо. Хороший человек. Неприятности у него большие по работе. Mm-hmm. Слушай, открой ему. Да ну, откроешь ему, другие потребуют. И всем нижние полки подавай. А ты согласна билету учетом? Да. Добренький ты у меня. А потом весь вагон убирай. А я ведь бессменщица. Я тебе помогу. Чего, перебьются. Мы вон на телячьих ездили и живы. Извините, пожалуйста. Поезд наш куда идет? Чего? Поезд, говорю, наш куда идет? Не знаю. Веревочка у вас не найдется. Чего? Веревочки, говорю, у вас не найдется. Что за народ пошел? Ничего не выпросишь. Фу, алкаш несчастный. Правильно, я несчастный. Потому и хочу повеситься. Вам даже веревочка жалко. А ты на подтяжках повесься. Не выдержит? Не боись, выдержит. Давай, давай. Пожалуйста. Бессонница? Расслабиться нечем. Сухой закон.
От снотворных аллергия. Вот и маюсь. Ну, если вам так уж нужно, я могу вас угостить. Но это было бы здорово. Хорошо. Я заплачу вам. А вот этого не надо. О, вы просто ангел-спаситель. Прошу. Ну что ж, за вашу красоту. Спасибо, польщина. Да, может, вы это везли любимому человеку, а я... Ну, как легче? О, можно еще глоток? Да, ради бога, пожалуйста, я вам дарю. И часто вам приходится расслабляться таким образом? Да перед отбоем. Знаете, армейская жизнь на чужбине. Подайте бокалы, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. К наркологу обращались по поводу вашей бессонницы? Они-то и хотят меня списать. Но ничего, буду бороться. Все равно вернусь в часть. Ах, вы патриот. Да как вам сказать? Боюсь просто, что сядет салага какой-нибудь к локатору, и наш бедный шарик разлетится в дребезги. Обнимите меня, пожалуйста. Я? Извините, пожалуйста. Девушка, девушка. Не надо, ради бога. Не спится няня. Здесь так душно. Вы слышите? Не выдержал? Башкой ударился в стенку. Милый, ты хочешь спать? Да, дорогая. Пойдем, я тебя уложу. Пойдем. Ой, 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 ой. Румная Джульетта. Боксесорайского фонтана. Че тебе? Нету, нету, нету. Умоляю! О, жаль! Сколько выпил-то? Открытие. Покажет. Деньги давай. Катись. Персики. Угу. За ваши персики. Фу ты, ну тебя. Давай. Все будет окей. Ну. Лишь бы выдержала веревка. Только не в моем вагоне. Давай, давай, дуй, дуй. Ты береги его. А в армию ни в коем случае. Валюша, а ну-ка зайди сюда. Зайди. Что это? Что? Не видишь, что ли? А кто мне обещал не делать это? Спрашиваю, кто? Ой! 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 О, бедный! Что случилось, мамаша? Кто это вас? Изверг мой! Кто там? А, убил! Ой, ужас! Девочка моя! Кто это? Убил! Убил! Надо же аптечку! Подожди, в служебном купе! Алик! Никаких аптечек! Дед, ты мне нервы не тормоши! Обни его! Ну, попробуй! Ишь ты, защитник нашелся! Дед, кончай выступать. Алик, оставь его. Ты бы у меня сортир чистил неделями. Мундир позоришь.
Слушай, слушай, дед, ты мой мундир не тронь, понял? Алик, ну что ты завелся, он тебе в отцы годится. Да плевала на такого отца, Алик. Милицию надо вызвать. А ну иди, ну-ка иди, позови. Все вы заодно спекулянты, рикетеры. Дед! Успокойтесь, он же нездоровый человек. Это я нездоровый? Паразиты вы на теле государства. Вас бы всех к стенке, как при Сталине. А кто стоит у пульта готовность номер один? Чтобы такие вот старые маразматики, как ты, могли спокойно спать. Здоровья лишился в 25 лет. Да вот такие раны, ты видел? В чем дело? Да, проснулся. Одну минуточку. Наконец. Успокойтесь, отец. Что случилось? Довела, сволочь. Пойдем, пойдем. Из терпения просто вывела, идиотка эта. Раз сказал, два сказал, опять продолжает. Поезд пошел по местам, где я воевал. Я говорю, старая, давай откроем бутылку Горькой, выпьем за ребят, которые вот здесь вот полегли. Ну, полез наверх, а там ящик водки. Я говорю, слушай, зачем же это столько? Для пассажиров. Ну, ты, старик, успокойся, я больше не буду, все этим занимаются. А я говорю, а ты не смей! Ну, вроде поняла. А сегодня? Слышу, скребется. Смотрю. Опять ящик водки. Вот я и не выдержу. Че ты разнылся, как баба? Извините. Костюм тебе фински справила. Шапку андатру. Внукам колготки чуваки. Покормлю, на какие шиши? На коне твои шиши грязные. Ух ты, чистюля! Сейчас все дорожают. Сапоги эти 300 рублей. Да на старость отложить надо. Сыновья на что? Сыновья, как же? Ты забыл, как братья твои погибли, а родители с голоду умерли. Вот по телевизору каждый день про бомбы да ракеты всякие показывают. А в конце еще говорят, спокойной ночи, малыши. Заснешь тут спокойно. Да ты не лезь-то в политику. Не бабе это дело. Не бабе, правильно. А как что-то наши дети да мужья и внут. Вон, интернационал проснулся. Резать да убивать начали. Ага, еще неизвестно, что проснется. Куда нам бежать? В тайгу, в Сибирь. Ах, разбежался. Вот сейчас пойду, справку возьму. Иди, иди. Иди. Только не забудь милицию позвать, пусть обыщут твое купе. Вместе посидим в тюрьме. У меня 4 свидетеля есть. Свидетель. Ты мне быстро в тюрьму загремишь. Да ладно, иди. Они пойманы, не вор, псих контуженный. Спасибо, доктор. Спасибо. Голова не кружится? Вы знаете, немного. Это вам. Что это такое? Небольшой сувенирчик. Уберите. Что вы, доктор? Я же от всей души. Это дефицит. Уберите, я сказала. И не делайте больше так. Извините. Доктор, пожалуйста, мне справочку. А зачем? То есть как зачем? Травма на производстве. Можно к вам? Извините, пожалуйста, не помешаю. Вот я тут акт составила. Не откажите в любезности, подпишите, и справка у меня есть. Ушиб тупым предметом в области лба. Пожалуйста, понимаете, он в меня чайником запустил. Хорошо, что там кипятку не было. Вам крупно повезло. Убил бы насмерть, дурак старый, и это за все мое хорошее. А? Ну, что? А как что, так я фронтовик, я, понимаешь, ветеран. Да хоть бы раз в магазин сходил, как ветеран. Не-не, а у меня узлы на ногах, и я в очередях стою. Подпиши, милая. А что, его посадят после этого? Да, ну, суток на 15. Давай, может, разбудишь своего? Его нельзя будить. Ну, ладно, тогда сама подпиши.
Нет, я буду ждать его. Ладненько, ладненько, ладненько. Подождем. Распишитесь, пожалуйста, вы. Вы же все видели. Хорошо. Услуга за услугу. Я вам подпишу акт, а вы меня в отдельное купе. Ой, миленькая, не могу. Ну, понимаешь, у нас интурист. Валютой заплачено. Привет семье. Подпишите, пожалуйста. Ваш муж очень порядочный человек. Очень порядочный. А это что? А это вы заслужили. Заслужила. Эх вы, а еще депутат называется. На ваших глазах женщины избивают, а вы в кусты. А по уставу, небось, бороться с пьянством, хулиганством, с нетоварищеским отношением к женщине. Не мешайте отдыхать. Извините. Девушка, пойдем, милая. Я тебе открою отдельное купе. Подпиши, милая. Вот так. И будешь там одна. Его же посадят теперь. Его же в тюрьму посадят. Простите. Да, себе отдельное купе, а ему одиночная камера. Хорошенькая сделка, а? Может быть, кто-нибудь знает, как я устала? Хочу побыть одна и создать мне условия. Весь вагон пустой, а мы тут друг другу на руки наступаем. Ваша жена, небось, бы не поехала в таких условиях. Конечно, лучшие курорты, лучшие врачи, свой портной, свой парикмахер. Ах, страну до нищеты довели. А Ленин, между прочим, отказался от дополнительного пайка. А у наркома продовольствия был голодный обморок. Они о людях думали. А вы же официальные лица. А все ваши мысли и заботы направлены на то, чтобы покрепче привинтить кресло к своей заднице. Такая красивая и такая злая. Вот именно. Привет, семья. Ты что смеешься? Жалко. Жалко? Почему? Вы же большевик. Какой я теперь начальник? Весь обком в отставке. Вы что, сами ушли? Выразили недоверие. Толпа. И никто не хочет понять, что мы все оказались в одной клаке. А выбраться можно, только помогая друг другу. 50 лет. А дальше что? Ну а что, у вас специальности никакой нет? Какая специальность? Солдат партии. Вот и вся специальность. Вот. Одна подпись уже есть. Ну. Давай по-хорошему. Я тебе акт, а ты мне письма. А вот этого не хочешь? Ну ладно. О, чего тебе надо? Бутылочку. Нету. Тогда веревочку. Еще чего? Какую веревочку? Из-за твоей бутылочки вон башку мне разбили. Видал? Кто? Как у вас там? У меня отмещение и аз воздам. Воздашь. О. Ты подпиши лучше. Вот. Да вот, вот. Куда ты лупишься? Муж, что ли? Ну? Не пойдет. Да что? Из-за тебя же. Значит, ты свидетель. Подписывай. Ну, муж же твой. Муж. Он сыновьям письма пишет. Пепе Крестов настрочил. Лев Толстой тоже мне. Не. Не пойдет. Нет. Иди сюда. Да иди, иди. Да иди, не бойся. Иди, не укушу. Заходи. Вот так. Садись.
Бормотух, что ли? Пей, бесплатно. Жена моя, теперь доживу до утра. Еще. Ален Делон не пьет. Ходи колом. Тогда не откажите в любезности, подпишите. Нет, не пойдет. Я лучше заплачу. Торочивая пустота. Ты тут дурака-то не валяй. Выпил? Подпиши. Помоги слабой женщине. Понял? На. Адрес? Адрес? Угу. Место работы. Место работы. Не брешешь? Ты чё? Ну, все. Пошли. Можно повернуть назад. На-на-на-на-на-на-на. Уже две подписи. Пусть знают дети, какова их мать. Народ бедствует, а вы наживаетесь. Скоро и Россию продадите. В тюрьме сгною. Вот и хорошо. СССР с министром иностранных дел Италии. Заседание Президиума Верховного Совета СССР. Председатель исполкома Ленсовета подал в отставку. Табачный бум пошел на убыль. Столкновение в Степанакерте. К событиям... Говорят, вы покинули нас? Ценой подлости, как считает ваш сосед-гуманист. Ловкая вы женщина. Извините, я тут акт составила. Пожалуйста, подпишите. Ну и что будет? Простите, услуга за услугу? Нет, я в смысле с мужем вашим. Что будет? В суд подам. В суд подам. Он сыновьям о разводе написал. Говорит, сейчас на ближайшей станции опущу. Ничего, пусть только выйдет. Меня там все знают, уважают. Вот, сразу в КПЗ загудит. Посидит, одумается. Что же вы? Он же и вас оскорбил. Да и я тоже. Нервы не выдержали. Жалеете. А он, между прочим, на вас коменданту хочет доложить. Ай, мне кажется, вы должны подписать. У вас будет козырь. Вы так думаете? Конечно. А как иначе? Так создается баланс. Так называемое мирное сосуществование. У вас бомбочка, и у нас бомбочка. Да нет, все-таки он по-своему прав. Да и на батю моего похож. И я, наверное, такая же, как ваша мама. Да не подам я на него. Припугнуть хочу старого этого дурака. А то вдруг на развод подаст на старости лет. Пожалуйста. Господи, Алик, да подпишите, она же не отстанет. Не отстану, не отстану. Пожалуйста. А вы точно не подадите в суд? Господи, что я дура, что ли? Да мне ж стыдно перед сыновьями. Позор такой. Так, адрес я теще напишу. А место работы? Понимаю, понимаю, военная тайна.
Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Может, он купе другое открыть? Ну и поваркуете без свидетелей. Спасибо, мамаша. Не нужно. Нет? Спасибо вам. Спасибо. Ну что, лейтенант? 1-1? А что вы имеете в виду? Ну, вы назвали меня ловкой женщиной, а только что подписали такой же приговор. Но я же не думал. Да, не переживайте, я пошутила. А вы знаете, никто не приказывал ей нас заталкивать в одно купе. Это она сделала для своего удобства. Так что, выходит, она обманула нас? Конечно. И создала условия для взаимной ненависти. Так может, она их в суд подаст? Успокойтесь. Ради бога, пусть. Жизнь невозможно повернуть назад. Ой, дегенерал. Здравствуйте. Простите, вы слышите? Говорю, поезд наш куда идет? Не знаю. Ах, вы не знаете. А я вот знаю. Наш паровоз вперед летит. А где остановка? В коммуне? А что такое коммуна? Загробная жизнь. А кто нас туда отправил, а? Карл Маркс. Этот еврейчик обманул нас. А мы... купили билет. И... Дядя, тебе не надоело? Надоело. А что? Иди отдыхай. Правильно. Я пьяный. А вы знаете почему? Я боюсь. Начинает трезветь. Мне хочется повеситься. А как выпью, хочу жить. А я ведь вообще не пьющий. Диабет. Сахар по талону? По талону. А у меня его 2 литра в сутки. Пусть он доконает меня. А за что? За что меня судили? А про дочку мою знаете? Ничего вы не знаете. Теперь-то можете убрать руку? Да. А мне очень нравится. Неужели вы думаете, что я официантка? Вы сами так доложили? Мало ли как, я доложила. Ну, в таком случае, пардон, мадам. Вот и лейтенант подписал. На следующей станции сдам в милицию. Да хоть гестапо сдай. Присядем на дорожку. И как раз в это время зазвучал этот вальс. Он засмеялся и говорит, а не кажется ли тебе, что это песня о нас? Я вдруг представила того офицера, который, уходя на фронт, может быть, последний раз в жизни танцевал этот вальс. И я заплакала. Даже странно. Я словно предчувствовала, что это последнее наше прощание. А потом ваш муж при исполнении цинковый гроб
который нельзя вскрывать. Макратию смирял. Вы простите меня, я... Ничего, ничего. Он честно выполнил свой воинский долг. А при чем тут я? При чем тут моя жизнь? Моя любовь? Моя судьба? Мой отец прошел через фронт. Он скитался по лагерям, по гитлеровским, по сталинским. А муж... Он так ждал девочку. Девочка родилась. Глазенки у нее, как бусинки, блестят. Только не видят ничего. И никогда. Последствия потрясения, которое я пережила во время беременности. И нет у меня больше ничего. Ни в прошлом, ни в настоящем, ни даже в будущем. Никогда. Я буду нести свой крест. Вот такой ценой обошлась мне борьба за власть. Перестройка, как теперь говорят. Девушка. А, девушка. Что? Может, подпишите? Я же вам сказала, нет. А я вам отдельное купе дам. Ой, да не надо нам ничего. Но ты же видела, какой он изверг. Да какой он изверг. Он фронтовик. А вы хотите посадить его в тюрьму. Да не буду я его сажать. Я хочу нервы ему помотать, чтобы он больше рук не поднимал на женщину. А я не хочу, чтобы вы ему нервы мотали. А муж, между прочим, твой подписал. Он никогда не подпишет. Да? И адресок дал. Это мой адрес. Ну, стал быть, документ действительный. М? Вы что, напоили его? Где он? Трезвый, как стеклышко. Обжимается с этой. Как? А так, так. Вот они, мужики. Господи, я даже запах его вспомнила. Вот так же мы стояли в ту ночь на балконе. Смотрели, как по Садовому кольцу бегут огни. И слушали этот вальс. Из дураков. За тобой с пистолетом гнался. Как бы ты себя чувствовал? Убил бы нахер, и все. А, тетя Валя. Из Москвы. Разберемся. Так, какие проблемы? Есть проблемы. Вагон мой, знаешь. Разберемся.
сколько можно воровать? Я тебя спрашиваю. Сколько можно? Есть копчёный! Есть копчёный! Лейтенант Адашев. Я вас слушаю. В чем дело? Пройдемте в отделение. Вы поверили этой даме? Я ее пальцем не тронул. Знаем. Разберемся. Не имеете права. Я офицер запаса. Знаем. Разберемся. У меня три свидетеля, а ты ничего не докажешь. Знаем. Разберемся. Не докажу. Ага. Так, хорошо. Пошли разбираться. Пошли. Какая же ты дрянь. Пошли. Вы невесту мою не видели? Она на станцию не сходила? Не знаю. Кто же еще? Где тут остановка? Какая остановка? Какая, какая? В обратную сторону. Я не на тот поезд сел. А ты откуда здесь появилась? Я гуляю по шпалам. Вот ты даешь, девка. Ты знаешь, где мы находимся? Степь да степь кругом. Мы двое степи. Ты читал такую книгу? Там, между прочим, про любовь. А у вас веревочки нет? Чего? Я говорю, веревочку вы искали, не нашли? Нет. А зачем тебе веревочка? Я повеситься хочу. Ты не издевайся. Это у меня серьезно задумано. Протрезвею и уйду в коммунизм. А выпить найдется? Что? Выпить. А барбатуху пьешь? Давай. Прошу. Вот. А стаканчик-то у нас нет? Ну ничего. Буль-буль. Ну давай. Смотри, чтоб зубы не касались. Вот так. Буль-буль. О, молодец. Ну и как? А? Ну ничего. Хорошо, что ты встретилась. Кое-что передашь им. Ну ладно, да, булькай.
А чё ты, дяденька, умирать задумала? Любовная лодка разбилась о быт-комбинат. Там у меня жена директором. И дочка там же. А, булькай. Буль-буль. Люблю подвыпивших женщин. Они такие смешные и ласковые. А что будет потом? Потом? Потом будет окей. Окей бывает на трезвую голову. И ты знаешь это? И замужем была? Ну, я родила двоих, сдала в дом малюток. А теперь вот балдею. И ты давно занимаешься этим, как его, сексом? Давно. Скороспелка. Я официантка большого ресторана, чаевые мне приличные. О-о-о. Каждый день новый знакомый. Булька и дядя! Ну, давай, давай. Пей. Путана, путана, ночная бабочка, ну кто же виноват? Сквозь рваные раны тумана огни отели так заманчиво горят. Путана, путана, путана. Какая ты гладенькая. Меня, да? Ну, конечно. Подожди. Не спеши. Я сама. Только ты это, отойди подальше, пожалуйста. Я тебя сама позову. Путана, путана, путана. Маменька моя родненькая, прощай. Я не хочу быть больше чистой. Я верила, я любила, я хотела счастья. Я верила тебе, а ты обманывала меня. Любви нет, верности нет, добрых людей нет. Все злые, все подлые, все грязные. Я решила отдать свою честь первому встречному. Я больше никогда не вернусь к тебе. Тебя нет. И Бога нет. Прощай, мамочка. И прости. Ты что это? Сейчас я стану женщиной. Ну что ты ждешь-то? Не можешь, что ли? Встань, говорю. Раздевайся. Отвернись.
Ты готова? Да. Вон отсюда! Дура мне нормальная! Ах, мне нормальная. Дура! Выдала вся гадина. Эй, девка! Слышь меня? Чего молчишь? Ты здесь, я знаю. Я начинаю трезветь. И сейчас сыграю конец комедии. Вот здесь паспорт и 3 рубля денег. Дашь телеграмму по адресу. Сообщи, что несчастный случай. Иначе хоронить-то не буду, сволочи, толком. Пол, жарах-то не е, аман бол, кең далам, ата-бабамның қанчасы Сталин заманында аштан өлді, сүйектері қарға. Прощай, мой степ. Миллион родичей моих погибло здесь от голода в 32-м. Повсюду лежат непогребенные кости. Просторы твои залили кровью, окружили колючей проволокой, превратили в тюрьму, загубили тысячи невинных людей. В чреве твоем взрывают страшные бомбы, иссушили реки, Арал превратили в пустыню. А я, твой сын, не смог тебя защитить. Прости меня, родная земля. Олонган кудрэтті жетпеді! Кешір мені! Эй, люди! Простите меня! Я ухожу от вас! Я не могу больше с вами! Я устал! Прощайте, люди! Мать твою, даже умереть по-человечески не могу. Кровью залита и стонет в слезах. Степь, где белеет под солнцем твой прах? Где же могила твоя, мой родной? Дух, где блуждает? Обиженный твой.
Спасибо. Ты думала, я сволочь? Угу. Почему так подумала? Вы же подписали этот акт. Какой акт? Продались за стакан вина. А, все равно помирать. Почему ты хочешь умереть? Меня предали. И тебя? Я главбух совхоза, а друг мой директор. Сельхозку вместе кончали. Уговорил меня дать ложную сводку. План, план. А тут комиссия. Меня судит за ложную сводку, а он сидит и помалкивает. Я даже не могу сказать, что это он заставил. 2 года условно дали. Пока все это длилось, сахарный диабет заработал. Слышу, как-то дочь моя разговаривает с матерью. Пусть, говорит, папа усыновит Белека. Внука, значит. А то, говорит, папа умрет, и мы ничего не будем иметь, кроме расходов. А так, Белек будет получать пенсию. Это дочь-то моя, из-за которой я жил столько лет с женщиной, которую никогда не любил. Все ей прощал. Из моей смерти выгоду хотят иметь. Пошел на вокзал. Стакан водки. Сел на первый же поезд и... Скажи, а ты вернешься домой? Теперь не знаю. Ты же мне не дала умереть. Слушай, а давай поедем к нам? Ты знаешь, какая у меня мама? Добрая, красивая. Мы будем за тобой ухаживать, любить тебя. И ты обязательно поправишься, вот увидишь. Добрая эта девочка. А как твое имя, дяденька? Зачем оно тебе? Буду поминать в своих молитвах. Молитвах. Ой, шляпа! Оставь его! Чуть не улетела! Пусть полетела. Зачем этот дурацкий колпак? Ну что, шут, чего молчишь? Скажи мне, дяденька, у дочерей своих проси прощения. Такая ночь погубит нас обоих. Ты что, дяденька? Это из короля Лира. В институте играли. Ты что, играл короля? Я шута, а короля играл мой друг, директор совхоза. Слышишь, кажется, поезд. Точно, поезд, пошли. Стой! Где? Она! Нет, вот опять свет, смотри!
Движется? Нет. Кажется. Смотри, вот опять светит. Это казахский домик. Светит. Пошли. Доченька, надо идти. Идти надо, иначе гибель.